Ну что, ребят, всем здравствуйте, да? Мы продолжим... Что, блядь, продолжим, да. Продолжаем проходить данную игру. Повторюсь, я не поклонник, как я говорил, это в первой серии, я не поклонник вообще, типа, серии Star Wars, и, в принципе, ну, не поклонник вселенной Star Wars. Но игра интересная, как по мне. Хоть и тут ёбаный дед, блядь. Конечно, такой себе был сложновато, но ничего. Мы остановились в прошлой серии с вами в какой-то пустыне. Не так не помню, куда-то на другую планету пролетели. Вот в такой накидке были. И что-то нам нужно будет сделать. Я так понимаю, второй будет босс сейчас, да? Конечно, не в этой серии, я думаю, в следующей. Либо через серию, но он будет. Поэтому, Саш, поудобнее. Надевайте пледик, да? Надевайте пледик. Накидывайте. Да, хуйню какую-то несу. Вот. Приятного аппетита всем, кто кушает. Приятного чаепития, кто пьет чай просто, да. Приятного просмотра. А мы начинаем. О, привет! Чё, пробейтесь в в гигантский двигатель, что-то там. Вот, мы с вами тут тогда остановились, и я сказал, давайте-ка в следующей серии его пройдем, потому что я, блядь, ничего не понял. Чё, вы изучили молнию? Нажмите, чтобы выпустить электрический снаряд из пальцев. А ну, блядь. Ой, блядь. Извиняюсь. Хорошо. Так, ну погнали, что-то, да, получается. Ну да, я понял. Это надо, блядь, сбивать, да? Тебе придется придумать, как пробраться через ядро. Это привода, короче. А, повзрывать, что ли? Ну, давай. Давай повзрываем. Тут нет никаких ништячков там, может быть, нет? Нету. А жаль. А жаль. А жаль. Ну, я думаю, тут будет через серию. Через серию будет босс этот. Которому мы прилетели. Ничего себе для броска. Да, я в курсе, что можно использовать. Да. О, блядь. Подожди-ка. Мы можем же... Да? Мы же можем вот это вот так вот поставить как-нибудь. Бля, не знаю, давай пока сюда. Бля, нет. Ну, типа, вот эти плиты поставить. А, не, не могу, слышь. Подожди-ка. Ох, ебать тут. Ага, а что если вот это? Не, я просто так вот утопил, да, сейчас? Да, ну я и долбоёб, что получается. Вон она, ну что, смотри, ты посмотри. Понимать тяжелый предмет из такси, чем болото. Вот, я про это и говорю. Нам эта штука нужна же, ёпта. Смотри, вот из этого берешь вот так вот, оп, кусочек. И поехали. Да. Давайте мосты, блядь. Чтобы их научиться создавать, знаешь. Угу, значит, все правильно я делаю, да?
Значит, все правильно мы делаем с вами. Что поделать тут? Ебать, ты что, долбоёб? Так, ага, давай-ка сюда эту плиту. Так, ну давай попробуем, блядь. Охуенно. 10 еще. Да, блядь. Подожди, а как? А как мне, блядь? А как? Чего нахуй? Ну, из мусора он не стоит на этот мусор. Значит, не из него надо делать, правильно, блядь? Охуенно, блядь, еще. Да-да-да, я знаю. Да. А из чего, как? Да все, да, мы поняли. Мы поняли, слушай, мы поняли, что нужно туда-то, туда-то. Типа... Типа могу вот так, что ли, делать? И вот это очень нужна мне штука. Почему, вы спросите? А я вам скажу, почему. Вот поэтому. Ай, блядь. Чё за хуйня-то, нахуй? Эй, блядь. Не понял сейчас прикола. Давай вот отсюда тогда. Ладно, уже уж. Ладно, давай сюда обратно туда ее неси. Где она, блядь? Все? Ты ее выбросил? Ну ты, конечно, ебанутый. Просто манекены, блядь. Но он там, видите, что-то летит. Что-то летит, и оно не просто так летит же, правильно? Я думаю, да. А, вот так, что ли, можно сделать? Для перехвата обрывки переговоров ты приближаешься к месту поведения. А ну-ка, дай-ка мне вот этот мусор, блядь. Сейчас я его, блядь, угандошу твой ебалаю. Ты кто, блядь, ёпта? Дядя, нахуй. Что ты пиздишь-то тут, блядь? Все, полетел. Бумс. Ну все, можем туда заходить, получается, уже. Уже хоть как-то да можем. Сюда дай. Что ты хочешь? Тут, а как туда пройти? Как? Как-то вон там, да? Я же говорю, как-то можно здесь пройти. А, он еще опускается. Понятно. Может, оглушение молнии?
Бля, уебан, ты мне не очень нравишься, знаешь, что игры ты нахуй. Бля, куда мне? Подожди! Бля, сейчас этих уебанов уебашу, подожди-ка, блядь. Где они, блядь? А вон они, блядь. Подожди, куда мне дальше? Ну вон там тоже есть мосты, я вижу. Я это вижу, поэтому... Угу. Так, значит, тут можно как-то эту штуку, не? Штуку там мне, блядь. Я просто сам не пойму, куда, блядь. Ну, типа, вон туда, я так понимаю, нахуй. Ну, блядь, ладно, уже уж. Там тут где-то может... Чё? Где, блядь? Чел, ты сейчас смеешься? Серьезно, блядь? Так, подожди-ка, ну мне точно не сюда же, да, нужно было? Или сюда? А, не, сюда, все. Все верно! Я уверен, там можно было бы как-то по-другому это все сделать, но я сделал так. Так, а тут что? А, тут мы краски возвращаемся обратно, окей. Окей. Может, здесь какие-то штучки есть, прикольчики, не знаю. Ну, нам явно вот сюда, да, вот так вот. Да, такое, конечно. Конечно, такое. Давай хуебашим что-то этих гандонов. Что могу сказать тебе? Где эта штука? А-а-а. Сейчас я ее жду, блядь. Да смеешься, блядь. Да, блядь, где гандон, нахуй? Заебете вы меня, блядь. Нормально, пойдет. Ладно, все, погнали туда. Тут ничего такого, ништячков никаких нету. Эклипс. Старклиру. Мы засекли оживленное движение за ядром этого гиперпривода. А вы кто, блядь? Можно спросить, блядь? Если мне не нужно спрашивать, ну ладно, осуждаю, конечно. Какие-то челы, блядь. Вы кто, блядь? Туман... Эй! Чего? Так вот и есть. Слышали это? И что? Это выше? А, да, где-то выше он, ебан. Я вижу его. Ну, покажись, блядь. Пошел нахуй, блядь. Вы кто, блядь, алё, нахуй? Ну, вот, они очень слабые. Это очень слабые враги. Если это, конечно, враги, блядь. Я почему-то сомневаюсь, что это враги конкретно, блядь. Где он, блядь? А ну-ка, нахуй. Сейчас, блядь, папочка вам покажет, что такое, блядь, по-настоящему. Да иду я к вам, иду, блядь. Ебаный, блядь. Ладно, сделаем по-другому, нахуй. Да что ты там, блядь? Ебашь, давай, ебашь отсюда. Сюда. А, еще вот так даже, да? Еще даже вот так вот. Тоже обратно возвращаться? Чё? Нет, подожди-ка, здесь мы не были. Мне кажется, мы здесь не были. Что здесь? А, все-таки нам вот сюда и нужно было, ну ладно. Давай до свидания, бля, ёпта. Дядя, нахуй.
Блядь, ты чё мразота нахуй? Попутал что ли, блядь? Ща, блядь. Погнали, блядь, чё. Но они очень слабые. Мужики, я же сейчас приду к вам. Ебать. О, все хорошо, блядь. А, вообще похуй, да, ему? Ну хорошо, сделаем по-другому, мужик. Заебали, блядь. Дети уебаны, нахуй. Да, блядь, серьезно? Мужик, ты сейчас меня заебашишь, ты в курсе? Так. О, хпшка, все, нормально, бля, пошла, блядь. А как я блок ставлю, я не помню. А, о. Не, блок я как-то на Ctrl вроде ставил, или как? На Shift? Блядь, она вспомни, как я ставил блок. Как ставить-то блок, блядь? Алло. Нет. Нет. Ну, явно как-то, короче, вот так, да, наверное. Вот ты и да выебывался, блядь. Стоит, он что-то показывает. Ой, ну ладно. Понятно. Вот так, да. Чего нахуй? Бля, может кто-то не ешь, мне задом эту херню еще надо будет делать. Так и знал, блядь. До свидания, нахуй. Я ушел от вас, ребятки, блядь. Я с вами не разговариваю. А, вот здесь чел, блядь, был. Нихуя себе, прикиньте. Сначала ебашим у тех, блядь, тварей, нахуй. С пулеметом. Слышь, блядь, ёпта. Ай, блядь. Мужик, что ты стоишь-то, блядь, не пойму. А все, их нету больше. Чего здесь только один? Почему здесь только один? Ну ладно, блядь. Так, что здесь-то у нас? А эти, видите, они светятся. Или их нужно как-то типа... А, во. Может, как-то вот так вот, типа. Понятно. Это было бы, да, должно было быть легко, но не для меня, вы же знаете. Так, тут что, блядь, что за лаги, ёбаный? Ёпта. Ёпта, ты посмотри. Блядь, ну серьезно. Там челы какие-то телепортируются. Это уже, конечно, такой си. Куда мне потом ебашить? Знать, куда мне идти? Дух, я не понимаю, что творится. Ты хоть что-то улавливаешь? Страна дроидов. Погнали, блядь. Ух, ебать их тут. Не-не-не, нахуй. Мужик, вставай. В пизду. Согласен? В пизду. Ну их нахуй. Должен быть согласен с этим.
Да, блядь, сука, вы меня зае... О, блядь, вам пизда всем нахуй. Погнали по одному, блядь, чтобы не мешать с вами, блядь. Это, конечно, на меня еще дроид будет ебашить. О, понятно, нахуй. Угу. Ты охуел, мразь, блядь, слышь? Да, блядь, ты не можешь уйти, что ли? Не пойму, блядь. Сейчас дроидов я поебашу быстренько. Ёпта. Да идите нахуй, дайте мне перешать челиков, блядь. Смотрите, их тут дохуя прям. Так, а ну-ка. Это как-то нужно поднять или что, блядь? Не пойму. Что ты светишься-то? Как мне... Что мне надо сделать? Угу, эта хуйня никак ничего не решает. А вон та, блядь. Да иди ты нахуй, блядь, я тебе говорю, ёпта. Сука, ебучий дроид, ты твой рот ебал, блядь. Нахуй пошел, блядь. Бля, не, не бесконечная, я думаю, да? Не бесконечная же. Да, скорее да, чем нет. Подожди-ка, вот здесь что-то есть. Да иди ты нахуй, ты заебаешь, блядь, меня. Смотри, они появляются и появляются. Как они заебали? Мне надо думать, как попасть туда. Блядь, что ты делаешь-то, мразь-то, нахуй? Блядь. А вон что-то есть. А, это эти очки. Блять, вы смеетесь нахуй или что, блять, не пойму. Я просто не понимаю, как туда забраться. В этом прикол-то весь. И состоит. Как мне туда забраться-то, блять? А, я понял. Ну давай, блять, мразь. Я вас порешаю еще всех здесь. Давай, погнали, блять. Ты, блядь, иди нахуй. До свидания, блядь. Блядь, чел, иди на... Ой, блядь, 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 нет! Вот отсосали, блядь. Так, мне нужна вот эта штука, короче, идем. Угу. Это проход, да? Теперь сюда еще одну. Блять. Давай, давай, давай. Где эта хуйня-то, блядь? Сюда давай. Паркур начался, блядь, или что, я не пойму. И как мне туда залезть, по-вашему, блядь? Нет, сюда не залезть, 100%. А вот тут сюда, возможно. Я думаю. На эту хуйню надо, конечно, залезть как-то. Да ебал я твой рот, да, блядь. Ебучие головоломки. Да иди нахуй. Конечно, надо как-то вот эту залупу освободить. А как? Я не ебу, честно. Тут что-то надо соединить. Что, блядь? У нас есть вот такие штуки, блядь. Вот такие вот. Но они не помогают, честное слово. То есть, я сомневаюсь, что... Ай, блядь, подожди, а может что-то вверху есть? Наверху ничего. Там какой-то проход освободился. Нам нужно сначала эту залупу как-то освободить. Вот эту, блядь, видите, она мергает. Как я должен... Как? Что я должен сделать? Ёпта, блядь. Игра, нахуй, подскажи. Она исчезает. Ну что мне, что из этой хуйни ты мне сделать, блядь? Она не поднимается, ничего, блядь. Никак ничего не работает, блядь.
Я даже понять не могу, что тут надо сделать. Может, тут что под грудой металлолома есть, не знаю, блядь. Ой, бля. Ну там что тоже, видите, вон там что-то есть. Что здесь, блядь? Подожди-ка, блядь. А ну-ка. Ой, да, здесь мы, конечно, надолго с вами. Здесь мы с вами надолго. Хотя сейчас я быстро пойму, что надо сделать, то мы ненадолго здесь. Ну нет. Блять, а что? Скажи мне, игра, подскажи, что мне нужно сделать-то, ёбаный твой рот, блять. Я не могу понять. Ну ёпта. Ну здесь никак ничего не заберешься. Там тоже, типа. Там особенно, блять, не заберешься. Опа, нихуя, подожди-ка, блять. А если при помощи бага? Серьезно? То есть мне при помощи бага нужно вот эту хуйню сделать? Серьезно сейчас? Или как? Подожди-ка, ну вот это же не просто так, правильно? Вот здесь я могу ходить. Значит. Подожди, а что если я вон туда должен? Тут ты... Не, ну туда, я так понял, не забраться в любом случае. А, не, забраться, блядь. Подожди, ну для чего он там тогда светится, хуйня? Для чего она светится? Непонятно. Шу, ебан, я здесь здорово, блядь. Бамс. Шо, блядь, кто тут? Дядь, ты шо? Забаговался, что ли, не пойму. Пожалуйста. Че, мне еще ниже, что ли? Так. Куды мне? Мне так полагаю, вот сюда, да? Нет. Нет. Значит, мне еще ниже, вот сюда, что ли? Как странно. На сканерах не видно следов на размещение этих дроидов, будто они питаются. Так, пошли сначала вот этих уебанов поебашим, блядь. Да ты тварь, что ли, ёпта? Ты нахуй гном ебучий, блядь. Блядь. Ага, так. Ебать копать там, что происходит. Давай, блядь, мужик, ну. Значит, не ломать, значит, надо тут не... Да ёпта, блядь. Серьезно сейчас? Да можно ни хуйня не страдать, пожалуйста? Вот все, блядь. Ёпта, алло. Да, не, в такую игру только реально играть на этом, блядь. Да ебать, вы смеетесь, что... Бля, вам пизда, ребятки, нахуй. Я тебе, бля, буду, тебе пизда, мужик. Сука, смотри, что делает, блядь. Блядь, хуеба нахуй. Ебашь отсюда. Блядь, ты посмотри, сколько их тут. Ёбаный его стыд. Блядь, ты, сука, смотри, какая тварь нахуй. Вот ты соси хуй, блядь, тогда. Зеленый хуй, блядь. Так, вот это 10 тысяч ков. Это хорошо, или сколько там? Да, 10 тысяч. Это нам очки, только я так не понял, для чего они нам. Ну ладно. Я прослушал, что нам нужно было сделать. Ну ладно. Нам, конечно, Леон еще вот сюда идти. Тут тоже дроиды, блядь, ебучие. Здорово, хуеплёты, блядь. Как вас дела, блядь?
Ну ты ты сейчас серьезно, блядь, мужик? Вот и все. Так, куда дальше? Например, вот сюда нам. Да что? Ну, здесь еще тоже кто-то будет. Так сразу, блядь, сохраню-ка игру. А то мне вот ваше вот этого не надо. Так, ну что, погнали, блядь. А, во, вы умеете драться, что ли, блядь? Нихуя себе. Не умею драться. Ничего себе. Так, то есть никаких ништяков. Не это, не пропустил. Ништячков никаких не пропущено было. Ну, не такой дамаг наносит. Вообще не, никакой почти. Улетел чел, блядь. Так, ну здесь спокойно. Хорошо. Десять тысяч очков, ребята. Только для чего они нам? Что, блядь? Это что? Загрузка. Что это? Транспорт разведывательный вездеход, ага, является важнейшим компонентом имперских наземных сил благодаря своей скорости, маневренности и прицельной меткости оружия. Понятно, понятно. И что, блядь, сейчас делать, по-вашему? Голокроны ситхов дают временное повышение мощи. Генератор поля? Так, давайте-ка посмотрим сначала, сколько сейчас серий идет. Если много, давайте закончим на сегодня. Немного идет серия, но давайте закончим на сегодня. Спасибо за просмотр. Да, будет короткая серия, довольно-таки короткая. Вот. Не знаю почему, просто вот так захотелось. Вот. Надеюсь, вам понравился видос. Ставьте лайк, там подписывайтесь. Колокольчик тоже жмите, потому что, ну, меня это реально мотивирует очень жестко что-то делать дальше. Вот. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Давайте.